Всем привет! Сегодняшний ролик я посвящаю тем, кто впервые знакомится с эксплейном, кто не очень дружит с компьютером и или кому некогда, или лень искать и тестировать новинки, которые нужны для эксплейна. Итак, я сделал сборку всех моментов, которые надо установить в дефолтный X-Plane, чтобы начать сразу нормально летать. Что она из себя представляет? Сейчас я покажу. Так, это вот папка X-Plane 11 to start flight. Чтобы начать сразу летать, ее установка очень проста. После того, как вы установили X-Plane 11, любая версия, начиная с 11.35 и заканчивая 11.51, и Vulkan, и OpenGL, все эти вещи, которые я ставлю, они работают. Итак, вы ее установили по умолчанию, что у нас установлено свежая версия, что здесь ничего не стоит, вот как она была, только поставили и все. После этого, распаковав скачанный архив, вы получаете вот эту папку, и из нее 4 вот эти папки просто-напросто перетаскиваете сюда с заменой файлов. Установка крайне проста. Здесь уже все отрегулировано, отрепетировано. Вот. Здесь есть инструкция по установке. Пока перетаскивается тоже в нескольких словах. Значит, что хочу озвучить по этой инструкции. Не надо никаких дополнительных плагинов ставить для улучшения облаков, воды и вообще картинки. Вот. Потому что возможны конфликты. Никаких сценариев наземных, то есть Simhaven, Mesh, ставить не надо. Здесь уже включен сценарий всего мира. И если вы будете устанавливать сценарий портов фотоподложки, не забудьте отредактировать файлы согласно прилагаемому образцу. Образец, вот он тоже в папке здесь есть. Файл. Здесь всегда можно посмотреть, как это все сделать. Итак, что входит у нас в эту сборку? Вот она у нас загрузилась. Что сюда входит? Что я сделал? Первое, это сделано освещение более яркое и более мягкое в то же время. Полностью настроена атмосфера и вода. Причем динамичная настройка идет в зависимости от высоты вашего полета. Установлены все библиотеки необходимые. Установлен сценарий всего мира. Сценарий имеется в виду, что это домики, дороги, деревья, такие вещи. Отдельно установлен сценарий достопримечательностей, раскиданных по всему миру. Это такие, как, например, дамба Гумвера, или же Эйфелева башня, там, Останкинская башня. Вот. Улучшены сценарии аэропортов, где нет сценариев от самого XP, то есть где одна была взлетная полоса и больше ничего. Там сейчас сделаны сценарии. Отредактирован уже полностью файл сценарий пак ини. И улучшены полосы аэропортов, разметка, таблички. Все это уже установлено. Также установлены необходимые плагины, которые могут потребоваться и в отдельных самолетах, и сами по себе. Такие как Avitab, то есть планшет, Terrain Radar, радар высоты, плагин буксировщика, плагин морской трафик, показывает кораблики на море. Очень хороший плагин – это термальные потоки, которые... Значит, нам делает восходящие потоки, очень хорошо чувствуется при посадке. И плагин чек-лист. Если у вас в самолете есть чек-лист, то он сразу будет у вас работать. Вот, пожалуй, и все. Теперь можно запустить и посмотреть, что у нас получилось. Я поменял заставку здесь на свою.
Ссылка на загрузку будет под этим видео. Загрузка производится, я раздаю через торрент-клиент. Поэтому у меня просьба у тех, кто скачает, не уходить с раздачи как можно дольше. Ну вот, пожалуй, все. Если вам понравился ролик, если вам понравилась раздача, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами канала. Всего вам доброго. До свидания.